Сегодня мы вместе со Степаном покажем некоторые моменты, некоторые ситуации, как бы ошибки, которые могут быть в борьбе. Вот некоторые проходят в ногу, да, допустим, и они стараются пройти, прошел в ногу, допустим, на боковой. И они начинают вставать, вот так вот начинают вставать, а потом начинают поднимать ногу. Это ошибка. Почему? Потому что если человек ушел вниз и начинает поднимать завитаз, и голова у него внизу, то его тут легко взять, допустим, обратно, перешевелить его здесь, выйти сюда, там, или выйти сюда, на промокашку, допустим, да? Вот. То есть здесь вот с этой ситуации, да, вот, допустим, вот, помнишь, допустим, раз, зашел на боковой проход, да? Вот надо не вот так вот вставать здесь, да? А надо ногу прижать хорошенько к себе. Ногу прижать к себе хорошо и выпрямляем корпус. Выпрямляем корпус, здесь встаем, здесь ногу, вот. Вот. Вот один из надежных захватов. Один из надежных захватов, вот. Замок и корпусом немножко мы под ногу здесь походим, вот, чуть-чуть. Это один из вариантов. Если мы держим выше, то естественно здесь опять же не сюда не поднимаемся. Почему? Выше. Вот, скорее, начинай вставать. Вот, корпус поднял выше. Вот. Опять ошибка. Даже вот здесь, спокойно, голова внизу, мы перекрываем здесь, взяли, опять его сюда перевернули. Опять он у нас здесь сидит. То есть, опять ошибка та же самая. Значит, здесь. Поэтому мы при проходе, это нога толчковая, не вот так поднимаемся здесь, а чуть-чуть, а движение на него, вот, движение на него, вот, раз, и вот, нога толчковая, раз, движение на него, вот, вот, здесь ногу мы держим, здесь, уходим сюда, и вот здесь перехватываем. Здесь варианты есть разные. Вот. Но один из эффективных вариантов, когда у нас перехватываем сюда, и отсюда. Со стойки делаем накат и, естественно, себе 2 балла. И так далее. Раскручиваем либо 10-0, либо делаем туше. Если ситуация оказалась таковой, что голова, мы сделали боковой проход, допустим, да? Вот. Раз боковой проход, ноги отбросил, вот, и мы не смогли вовремя подняться, да, значит здесь падем на эту ногу, притягиваем здесь к себе, и вот это движение, раз, и мы уже здесь его держим. И мы здесь его держим, перехват сюда, на эту ногу, облокотили и здесь его скручиваем. Естественно, здесь движение идет по диагонали. Сюда может стоять не захват, здесь в клинч. Если он уходит туда, то мы, естественно, контролируем вот сюда. Если он уходит обратно сюда, мы его контролируем здесь. И потихонечку, не спеша, мы его ведем на лопатки. Суетиться не надо, потому что если ты начинаешь суетиться туда или сюда, он может там через тебя перешагнуть, в конце концов. Так, вот. Конечно, ситуация может повернуться по-разному. Она может и повернуться так, что когда мы сделали боковой проход, да, вот он. Мы можем подойти вот отсюда вот. И вот здесь его скрутить. И опять здесь ногу поднимаем на лавочку. Головой упираемся. Ну, и на него стараемся на него здесь его прессинговать. Опять же, если он уходит туда, мы переходим здесь. Если он уходит сюда, мы контролируем его отсюда. Вот. Но есть такая ситуация, если он немножко вылез вперед, туда вылез. Вот здесь его нога. Мы забираем здесь и здесь отключаем. Вот. Отключаем, прогибаясь. Опять же идет движение по диагонали. Прогибаясь вот сюда. Подбородок к себе натягиваем. Так. Опять же, такие ситуации может повернуться по-разному. Здесь может быть даже так, что мы показываем
показываем боковой, и он от ног от нас ходит сюда. Здесь. Взяли. И пошли, да, пошли там. Через себя. Еще раз. Еще раз. Вот. Вот движение, движение. Шаг, шаг, шаг. Раз! Вот она! Сам занимаешься. Раз! И сюда. Опять, видишь, нога здесь. Вот. Контролируем его отсюда. Вот. Или же есть даже вот такой вот вариант. Вот. Вот отсюда мы его взяли. То есть это скрестный. Примерно такой же, но он немножко. Чуть-чуть немножко другой, потому что мы здесь ногу с другой стороны и контролируем его здесь. Если он уж слишком уходит на живот, значит мы отсюда можем под него и отсюда его закручивать на переворот. То есть с этого прохода, так вот еще раз, если, допустим, хорошо зашел сюда, вот, он прямо вот сюда вскакивает, вот, спина прямая, и отсюда его. Когда мы сбиваем, стараемся протащить. То есть вот этим затылком в область вот его солнечного сплетения мы нагружаем и стараемся вот этим движением на него его прессовать его лопатками в колер. Втирать лопатками в колер. Вот. Значит, производные могут быть разные. Потому что в борьбе ситуация может меняться. И может оказаться точно так, что не первый, не второй, не третий вариант, а выходит вариант такой, что мы, допустим, прошли, и он отбросил ногу. Отбросил, и вот здесь вот, допустим, да, идет движение, нам его сюда зашагиваем, и вытягиваем его ногу, опять же, вот сюда, на наволочку, вот сюда, еще раз. Вот здесь надо идти движение на него, вот, допустим, вот зашли, отбросил, набросил. Идешь движение на него, вот, на него. Он уходит. Раз, вот сюда. Перешагнули. Вот. Выбиваем его ногу сюда. Здесь даже идет, если он руку закинул сюда, закинул руку сюда. Закинул руку на подхват. Здесь даже бывает такая ситуация, что мы отсюда закидываем ногу. Вот. Отсюда закидываем ногу. И крутим. Такой приемчик. Вот. Вот это движение. Вот. Чуть-чуть. Вот это вот коленка его ногу. Держи. Чуть выбиваем. Вот. Чуть выбиваем. Здесь даже была такая ситуация. Если он сильно нагрузил. Вот. Раз. Сбрасываем. Еще раз. Вот я на него, он нагрузил меня сильно, раз я его кинул. Он упал, да? Вот. Здесь может быть такая ситуация, что я его скинул, нагрузил. Я зашел, скинул, а эта нога, она тоже должна с него как бы смыться. Выбиваем, вот. Она не чуть-чуть сюда согнута, вот раз. Или голову можно сюда вставить. Сюда. Вот, чуть-чуть его нога на изгибе, голову вставили, забираем за голень второй ноги, подтягиваем к себе, и отсюда сразу крутим с кресла. Значит, что еще из этой ситуации мы сегодня покажем из этой ситуации, из бокового. А, еще. Частая ошибка. Вот, допустим, проходил мне вот ноги по прошине, да, я раз его остановил здесь, перехватил, и мы очень часто вот в этой ситуации скручиваемся вот из раньше времени, и он у нас рукой просто смотрит. Вот эта ошибка очень распространенная. Почему? За счет чего происходит? За счет того, что мы его вот здесь вот не должны так скручиваться, вот. А здесь эта нога опорная, и здесь. И подталкиваем на него, мы заходим.
заходим на бал. И сразу, естественно, здесь можно сразу его. То есть получается два дела. Здесь вообще зайти на бал. Иногда варианты бывают разные. Иногда можно заправить голову вот сюда. И пошел на него движение. Вот. Пошел на него движение. Если вытащил. Или переворачиваешь его на промокашку. Вот. Но если взять правильный хороший захват. Да, своего рода треугольник. Да? Вот. Мы берем вот, как короткий. Вот такой небольшой треугольник здесь. Вот. Вот. И когда мы сейчас. Вот, заправили, когда мы сели на место, мы даже можем кандидатуру себе положить. То есть за счет вот этого рычага можно здесь еще его перевернуть. Вообще вариантов много. Есть забрать балл, даже он когда проходит, раз, к себе его вытянуть можно, к себе. Раз, отлетал сюда. Вот. Или, допустим, он прошел на боковой, сюда. Раз, ногу оттянул. Вот я взял его ногу, я не вот, я уже здесь. Вариантов забирать на бал, зайти на бал. Через много, масса боковой. Раз, вот, оттянули. Здесь. Раз, стыдно его сюда, вот сюда его перевернули. Вот, раз, потом, здесь, перевернули. Ну, в общем, мы будем к этому возвращаться и каждый раз что-то новое добавлять к этой ситуации. На сегодня закончим. Спасибо.